Предупрежден, значит вооружен. В Казахстане растет число интернет-мошенничеств. Как не попасться на финансовую удочку, рассказали в департаменте полиции Карагандинской области. Анализ уголовных дел показывает, что аферисты используют различные способы и методы, чтобы ввести людей в заблуждение. К примеру, представляются сотрудниками служб безопасности банков и сообщают о подозрительных операциях на карточных счетах. Предлагают перевести деньги на резервный страховой счет. Также мошенники предлагают делать вложения денежных средств в различные проекты, игры, спортивные состязания. Даже выманивают деньги под предлогом лжеблаготворительности. Для этого департаментом полиции на постоянной основе проводится профилактическая работа. Вы, наверное, все смотрите телевизор, постоянно крутят видеоролики о том, где предупреждают, чтобы вы не стали жертвами преступников. В торговых домах, в торговых центрах также аудиосообщения рассылаются постоянно. И вот в рамках этой работы департамент полиции заказал 200 тысяч вот таких вот памяток, где расписаны основные предлоги, используемые интернет-мошенниками. Памятка благодаря инициативе полицейских в прямом смысле попадет в каждую квартиру Караганды. В ней указаны короткие номера телефонов банков, чтобы люди, которым вдруг позвонят преступники, знали, куда обратиться и уточнить обстоятельства. Мы считаем, что вот эти памятки, если постоянно будут они у людей на глазах, ну, на виду вернее, люди, может, перестанут им доверять вот так вот, направо-налево свои деньги раздавать. Поэтому будьте бдительны, не попадайтесь на уловки преступников. Светлана Фарина, Николай Шевелев, 5 канал.